Разработку прототипа платформы цифрового рубля планируется завершить в декабре, а в следующем году начать тестирование. Оно будет проходить в несколько этапов в течение всего года. По результатам этой работы будет сформирована дорожная карта по внедрению цифрового рубля. В первую пилотную группу для тестирования цифрового рубля вошли 12 банков, сообщает пресс-служба регулятора. На первом этапе планируется протестировать эмиссию цифрового рубля и еще ряд операций. Подробности на сайте.